Евсей Ильич, слышите нас? Слышу, слышу. Это кто? Все свои. Из Кремля с вами. Ваши друзья из Кремля. Хорошо, хорошо. У нас вот гости здесь. Во-первых, первая женщина-космонавт Беларуси, президент Беларуси. И сегодня... Ну ведь праздник, 12 апреля, День космонавтики. Мы вас все вместе поздравляем и с юбилеем, с золотой свадьбой. И вас, и Зою Игрумовну, всю вашу семью большую. Желаем вам всего самого доброго, успехов. И надеемся, что мы с вами еще увидимся. Я знаю, что один из ваших внуков хочет посмотреть на старт космического корабля. Вот здесь у нас космонавт. Вот, ребят, подойдите к нам, пожалуйста. Вот. Сейчас я передам слово Александру Григорьевичу Лукашенко, а потом космонавтам нашим. И обязательно организуем, чтобы ваш внук посмотрел старт корабля. Я передаю слово Александру Григорьевичу Лукашенко. Я также присоединяюсь к поздравлениям президента России. Поздравляю вас, золотая свадьба. Редко бывает такое. 50 лет, хороший случай. Мне Владимир Владимирович в деталях рассказал о вашей встрече на ВДНХ. Но редко такое бывает, что президент России, целой России поздравил вас с этим великим днем. И так совпало, что ваше пожелание заключается в том, чтобы увидеть красивейшее явление в жизни, старт космического корабля. Вот как раз к случаю наши космонавты вернулись, россияне и белорусы, домой, присутствуют здесь, в Кремле. Они вас, наверное, на какой-то старт пригласят, для того, чтобы ваши детишки и вы... Если захотите, посмотрели это величественное событие, старт корабля. Ну, в общем, я благодарю Владимира Владимировича Путина за приглашение к этому разговору. Для меня очень символично, очень важно поговорить с людьми, которые находятся далеко-далеко в Арктике и занимаются этим добрым и светлым делом. Разводят оленей. Счастья вам, и дай Бог, чтобы у вас было здоровье, у вас, ваших детей, чтобы вы жили, особенно ваши детишки и внуки, не чувствовали проблем, и обязательно были оленеводами. Редкая профессия, нам это нужна профессия. Спасибо вам большое, успехов и счастья вам. Вот я передаю слово Олегу Викторовичу, нашему космонавту, герою России. Пожалуйста. Когда ты пригласишь на старт корабля? Добрый день, да, спасибо за предоставленное слово. Я, наверное, хочу просто передать привет нашего экипажа, экипажа корабля «Союз-25». 6 числа мы переселились, молили нашу прекрасную землю. И желаю вам, наверное, прежде всего, космического здоровья, детского счастья. Готов вас принять в центре подготовки космонавтов, вас, ваших близких, провести экскурсию или приглашаем на сентябрьский старт пилотируемого корабля, где полетит мой друг. Спасибо. Ну, Ямал вы видели сверху. И слово теперь белорусской. Первому космонавту Беларуси Марине Витальевне, пожалуйста. Марина, не стесняйся. Здравствуйте, рада вас приветствовать. Я хотела бы также пожелать вам всего самого наилучшего. Здоровья, конечно, чтобы никогда не покидало. И пригласить в нашу родную, красивую, мирную Беларусь. Приезжайте. Вам всего самого доброго. Мы вас обнимаем и желаем вам всего самого хорошего. Поздравляем вас с праздником. Спасибо огромное президенту Лукашенко. Спасибо. Вам всего самого доброго. До свидания. Спасибо. До свидания.